Пару мгновений, и вот улица Алексея Толстого покрыта битумной эмульсией и готова, чтобы здесь уложили верхний слой асфальта. Смесь улучшает сцепление слоев. Как только весь участок будет покрыт эмульсией, рабочие начинают укладывать щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он гораздо прочнее, влага и термоустойчивее обычного асфальта. По словам дорожников, улица особых сложностей не вызывает, однако при подготовке к работам пришлось учитывать небольшой перепад высот. У дороги был свой профиль, существующий, и поэтому фрезеровали как бы уже по уклонам. Чтобы вывести уклоны соответствующие, то есть где-то спилили 10 сантиметров, где-то 15. И так как бы вся дорога, чтобы выровнять профиль дороги. На улице Алексея Толстого по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» проводят комплексный ремонт. Ему подлежит участок от Некрасовской до Крупской. Обновляют дорожное покрытие, борты, газоны, тротуары. Если есть возможность, добавляют парковочные места. На всех этапах производства качество работы проверяют специалисты дорожного хозяйства. После производства выполненных работ будут отобраны керны, будут проведены испытания на физико-механические, на толщину. Если, допустим, керн не проходит, они этот участок или переделают, или он просто не принимается заказчиком. Работы выполняют преимущественно ночью, но горожане относятся к ним с пониманием. Говорят, одну ночь потерпеть, зато дорога будет хорошей. Постепенно город приходит в норму, в порядок. Смотришь, одна улица сделана, вторая. Ну, поприятнее стало ездить. Основной объем работ планируется завершить до 31 октября. Контракт на комплексный ремонт улицы двухгодичный, поэтому некоторые виды работ, обновление разметки, установку дорожных знаков будут проводить весной, как только позволят погодные условия. Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в Самаре до конца года приведут в порядок около 40 улиц. Еще больше 20 планируется охватить работами по федеральному проекту в следующем году. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.